соответствии с договоренностями наших руководителей. Ну и, конечно, поговорить о... И я вам гарантирую от президента Словении доктора Тюрка. Считаем, что Любляна является нашим важным и надежным партнером. Выборы прошли в полном соответствии с демократическими, правовыми нормами, что они были хорошо подготовлены. Поэтому то, что произошло вчера, не имеет под собой никаких оснований, не может быть оправдано. И по заслугам организаторы, зачинщики, исполнители этих акций получили осуждение и со стороны России, и со стороны европейских и других столиц. Но хочу добавить, что принципиально важно не только осудить то, что произошло, но и принять меры по пресечению любых попыток подрывать государственность и демократический процесс в Молдове. Правительство Словении подтвердило свое стремление. Необходимо сделать все, чтобы как можно скорее возобновить шестисторонние переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова. Именно с этих позиций мы сейчас работаем со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и в Совете Безопасности ООН. Считаем, что какие-либо угрозы санкций были бы контрпродуктивны. Необходимо сконцентрироваться на выполнении имеющихся решений Совета Безопасности. За последние 3 года он увеличился почти вдвое.